Добрый день, друзья. Сегодня июнь, лето, и на нашем озере нерест. К берегу подходят огромные рыбины. Видно вам или нет, пытаюсь снять. Второй день мы это наблюдаем. Вот под тем кустом, куда не добраться. Одни хвосты шевелятся. И вот плывет рыбина. Видно, не видно. Пытаюсь снять. Блики на воде мешают. На озере утки развлекаются. Одна за другой гоняются. Это в основном селезни. А уточки, видно, сидят на гнездах. Ну вот рыбы, которые под этим кустом, привлекают наше внимание. Но из-за бликов не видно. Иногда они вскидываются, и такой идет шум по озеру.